Фонд «Харикет» вручил ключи от квартир двум актюбинским семьям. Накануне организация устроила праздничный вечер по случаю своего 5-летия и порадовала нуждающихся в жилье людей. Анна Бахтыбаева является кормильцем дочери инвалида и осиротевших внуков. Единственной мечтой людей, до сегодняшнего дня ютившихся в общежитии, было иметь свой дом. Это желание семьи исполнил фонд «Харикет». Более того, им нашли двухкомнатную квартиру прямо в центре города. «Я такого не ожидала. Сказали, что просто приглашают на концерт. Пришли с семьей, и вот как нас порадовали. Словами не описать просто. Выражаю огромную благодарность. Хочу, чтобы и другие нуждающиеся смогли получить жилье». Это уже 782-я квартира, представленная от имени фонда. Во время концерта ключи от жилья были вручены еще одной семье. И это лишь начало. «Конец года хотели подытожить благими делами. Сейчас находимся в командировке. У нас по плану вручить 45 квартир до конца года. И думаю, к Новому году мы дойдем до заветной цифры 800 ключей от квартир». В ходе вечера было вручено благодарственное письмо руководителю областного управления внутренней политики Лизат Уразбаевой, которая составила список нуждающихся в помощи граждан города и тем самым поспособствовала доброму делу. Следующая поездка фонда состоится в южных регионах. Жасан Жалбаков, Назерке Утиген, Жандиль Сагиев, телеканал Актобе.